в отсутствие другого. Ломаю ногти, скребусь по стенам своего аккаунта, украшаю пустоту, оклеиваю фотообоями, на которых я, и еще раз. С ходом лавины умноженные образы моего «я» не могут ни капли добавить в мое понимание меня, кто я, воображаемый другой, житель моего воображения и создание его, совершенно лишенный всякой другости, ничего не сможет сообщить мне обо мне, не встретит в сети другого среди множества других, восторгающихся двухмерным телом трупом, лишенных трехмерного бытия живого тела. Аватарка, как карточка на надгробии, аккаунта, в котором протекает как бы жизнь. Многомерное живое тело занимает свое место в пространстве. Оно потягивается, хлопает себя по бедрам, наслаждается вкусным обедом и блаженствует, плывя на спине, или же погружаясь с головой в изобильные теплые воды моря, разговаривает с другими, посылает им мощные теплые флюиды, конструируя, переконструируя смыслы. Оно хочет, и я вместе с ним, говорить и слушать, смотреть и осязать. Оно не хочет передавать свои наслаждения кому-то еще для отложенного использования, чтобы больше никогда к ним не вернуться. Я не хочу из двухмерного образа превратиться в одномерную линию текста, а затем исчезнуть в цифровой точке. Я не хочу принимать омертвелый образ себя, еще реально существующую, дышущую и способную к диалогу в отсутствие другого.